хуйню бы творил бы какую-нибудь спокойно. Сейчас убьемся, я договорился. 100%. Он уже готов нам уступить. Просто говорит, вы заебали, пацаны. Хороший дамаг был, и в конце, когда уже там добивали, оно чувствовалось, что нужно остановить. Ну, мы 100% бы добили. Ну, не сто. В том-то и дело, что не сто. Я решил сделать сейфово. Я-то верил в то, что ДБМ нас обманывает. Но оказалось, что адмирал был прав, как бы. А я был не прав. Вот. Уже адмирал прав? Ну, так получается, что да. Потому что Берса наступает, но она не отображается у него. То есть ты нажимаешь на босса, он типа в версе, но у него нету бафа, что он в версе. Поэтому... Да, он типа, блядь, он типа в берсе, но типа не в берсе, короче, он такой, нахуй, неуверенный в себе. Он таким красным становится, блядь, в берсе. Да, он становится красным. Но у него-то должен быть баф от того, что он берсерк. Но у него этого бафа... У него лава какая-то вешается, блин, но она не описывается как берсерк. Блять, как он меня заебал уже, если честно, нахуй. Это 20-й трай гнева, нахуй. Это просто пиздец, ебаное унижение. А нам еще Молчезар впереди. Да Молчезар, ну Молчезар, да, там тоже, там только материться на его ебучих инферналов останется. Но у нас 8 было траев. Но я вам обещаю, что мы убьем шахматы с первого раза. Мы просто пойдем и переиграем и уничтожим, нахуй. Шахматы. Я, кстати, ни разу на рабочих шахматах не был. Вот, побудешь, значит. Поднимайтесь, пожалуйста, все, уважаемые. Альф. Док, пробуй ссылку, я тебя скину. Запрещено. Ну, знаешь, ТКГВП запретили свою ссылку. Или поменяли еще. Да пиздец, походу Альф опять ушел. Блять, он писал что-то нахуй, нет? Писал, вот все. Писал, что он встал. Написано, что он есть. Ну, в общем, пускай хавает, сейчас я прожимаю свиток. И... Суфа не достал. Суфа нету? Блять. А, он на него достал свиток, нормально, все, хавай, братан. Все, теперь надо сделать, короче, все идеально, потому что это уже крайне заебало. У нас точно дамажит Локи? А чего он не дамажит? Ну, под стаками все равно как-то... Ну, я не знаю, чего, блядь. Бегаем много. Бегаем, понятно, что бегаем много. Но... Не, в бегании... Типа стаки... Мы часто меняем стаки, поэтому у нас мало ДПС. Босс рассчитан на то, что... Человек под стаками дамажит много, ну, соответственно, берса наступает быстро. Из-за того, что мы часто меняемся, но зато нас не шутают ебаные лужи. Типа, окей, нахуй. Давайте я постою весь пул первый, то есть. На синем вот я сейчас попробую постоять полностью до конца. Давайте готовность. Может, не надо? Не надо, думаете? СС на себя ебанит. О, кстати, да, у меня есть СС. Ебани там тоже на себя СС, братан. Давай, ты на себя СС, я на себя СС. Хотя, будем, если в луже сдохнешь, это хуй поможет. Ну, ты обратно в луже сдохнешь. Короче, я попробую. Когда она пропадет, мы уже ДПС пройдем столько, что лайкнемся. А, в общем, по своей игре сейчас пуляй босса. Я попробую стоять 40 стаков. То есть, ну не 40, точнее, попробую до конца постоять босса. Кильте меня как вообще, как бы не себя просто. Посмотрим, получится у нас так или нет. И дымашьте, пожалуйста, максимально хорошо. Лужи, напоминаю о том, что лужи. Где синий, блядь? Я у тебя зеленый забрал, нахуй. Мах, алло, ты, блин, видишь лучи? Различаешься-то? Забери, отдай его. Ну отойди ты в бок, в другой. Подойди прям в него, чтобы он смог забрать у тебя. Вот так, да. Все. Напоминаю, что черные лужи, блядь, они повсюду. Также черная лужа обязательно смотрите.
Меня хорошо прям хильки, у меня уже 30 стаков. Что? Я буду стоять до конца, сука. О, камень души, нахуй. Вот. Все, ебать. У меня дебафа нет. Хильки меня. Хильки, хильки меня. Короче, хуёвая эта тема, мне не нравится. Будем меняться. Фаза знания 5 секунд. Побежали. Рез и ману там. Да я-то хули мне резать мне, блядь. Жизнь отложена. Короче, сейчас я снова ловлю синий, потому что у меня нету дебафа. Меня будет менять Квин. Соответственно, то же самое по команде. ДПС один хуйня, нахуй. Да, ДПСа пиздец не хватает жестко, нахуй. Не знаю, фаски на себе посмотрите, припоты хорошенько под геру выпейте. То есть, поняли, да? Вся история вообще упирается здесь сегодня в ДПС. Блять, не убиваем его только потому, что нам не хватает. Напоминаю о том, что черные лужи. Помним, не забываем, смотрим под ноги. Квин, поменяй меня. Напоминаю, помним про черные лужи. Выйди из черной лужи. Быстрее выйди. Быстрее, блядь. Сука, валидол, ебаный. Побежали. Быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Все, не тупим. Ну, сейчас вот вроде подамажили хорошо. Более-менее. У нас в наш лучший трай у него было 68% после второй перебежки. То есть мы сейчас от своего лучшего трая мы 2% не добили. Поэтому налегаем на ДПС. В конце потом нахуй берса будет. Не забывайте, что у паладинов баблы есть там, блядь. Да, да, да. В обоих. Кстати, да, 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 тоже интересная история. Эти, Квин, у тебя есть дебаф? Нет, я говорю один. Хорошо, ты очень тихо говоришь. А Квин берет первый, соответственно, меняет его демон. Напоминаю о том, что черные лужи. Помним, дымажить надо хорошо. Прям хорошо надо дать ДПС. Потому что вы, сука, посмотрел в рекаунт, и не стыдно было, нахуй, что ты затащил эту ебаную катку. Выйди из лужи. Ладно, не выходи, окей. Ну, вставай быстрее и фулбаф по нему. Тебя друид что, в луже резал? Давай, блядь. Господи, синий. ДПС быстрее. Синий пропал, прикинь. А во. Забирай, забирай. Стой, ничего страшного. У тебя нету дебафа, бей. По Квину бафы дайте. По Квину дайте каску, пожалуйста. Не поскупитесь на бафчик. Ну, пиздец, как плохо мы на, в этот тренд. Побежали. Я подумал, ты... Вообще хуёво, прям крайне хуёво. Не успеем, блядь, опять, походу. Да давайте, бейте, ебать. Надо, короче, идти ва-банк, нахуй. Чё за хуйня, кто там отставал? Надо идти ва-банк, ух ты, сука. Вот тебе и ва-банк, нахуй, всё, пизду, это кто? Заебало. Всё, давайте, падайте. Ай, сука. Убьём. Убьём-то по-любому, блядь, только сколько мы на это тратим, потратим времени, я не знаю. Это... Мы всего 8 раз, кстати, трейли его. Ну, хуйня да какая, Джуса у меня нету. У меня еще. Там поставлю. У меня еще полчаса. Там есть у кого-то уже должен быть. У Хозира есть, я возле босса поставлю. Все, возле босса поставить. Туда не беги, потому что у тебя нету репы, чтобы починиться. Короче, надо сделать один раз, блядь, все нормально. По-человечески. И убить этого ебучего босса. Ну вот, когда ты на луче, и под тобой лужа, это моментальная смерть. Ну ничего да, 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 да. Типа, блядь, причем, сколько у тебя было стаков? 17. 17. Ну типа, то есть, поняли, да, похуй. 40 стаков, 17 стаков, луч плюс, блядь, лужа равно смерть.
если нету ДЦ, соответственно. Ну, латник какой-нибудь, он может быть и держит, но тряпка, тем более маг. А при чем здесь тряпка там, блядь? У тебя латы, они тебе не дают магрес. То есть, блядь, от этого... Они хп побольше дают. Там хотя бы один тип пережить, но хватит. Короче, блядь... Так вы заслон юзайте, он дамаг уменьшает. Надо пошевелиться, даже не успеваешь, о чем тут говорить? Не, просто заранее заслон говорю юзайте, он уменьшает дамаг, по-моему. Хорошо, в общем, я так понимаю, что да, это дело не в 40 стаках, не в 10, не в 20, соответственно, будем стоять по фазе. То есть первый стою на фазе я, первую фазу встаю на... Соответственно, перебежка, второй становится квин. После квина становится, блядь... Ну ты становишься, там уже успеет спасть. Если да, не успеешь, то я говорю, если я успею, то нормально. Это, блядь, Ресенти, блядь. Ресенти этого лентяя, нахуй, заебал. Да я отходил, блядь. Уже заебался тут сидеть уже, блядь. Сколько мы тут часов? Ну, считай, целая РТ, нахуй, прошел. 4.5, блядь. Ресните войда, пожалуйста, или мне опять идти тюрьма с ресом, блядь, реса. Сука, ладно, хорошо. Да, кстати, вешай лок проклятия стихий. Это на тебе. Я просто не всегда его вижу, поэтому спрашиваю. Все, в общем, я с самого начала его вижу. Это там дух Дисид, кидал ты два камня на стаму, блядь? Да, да, во второй или третьей сети ветераны могут забрать. Поставьте, кто там ГБ, блядь. Два камня возьму хотя бы, блядь. А что, ты сам не можешь себе ГБ? А, это не... Так это в другом ГБ, блядь. Чё, кто там? Чё, кто взял? Вы дадите им? Да никто не, вон лежат. А где, какие камни? Я не вижу их. Вторая вкладка. Во второй вкладке могут брать только, блядь, офицеры. Какой второй вклад? Где ткань лежит? Блять, во второй вкладке могут брать только какие-то фрейра. Очень понял, да? Ну я... А, ну, ладно. Сейчас перекину в первую, подождите. Но во второй вы не можете. Нате, в первую кину. Убирайте. Ну и ладно. Ебать, дождался нахуй. 4.5 часа ждал, блять. Так, проверяю готовность. Смотрим свои фласки, все, чтобы у вас было, пожалуйста. Это очень важно. Блять, надо масло намазать, которое кончилось. Все готовы были? Да, все были готовы. Давай по своей готовности, блять. У меня нету масла. Синий заберу я, менять меня никто не будет, короче. Я буду бессмертным. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Естественно, хильте меня, блядь, по-царски. Напоминаю о том, что чёрные лужи. Босс кидает с самого начала. Помню, да? Во, вот сейчас проклятие только появилось, ты его только повешал. Да, это... Пильки хорошо, 40 стаков уже, потому что у меня... Только не сдохни. Я стараюсь. Побежали все, отлично. 50 стаков, блядь, простоял, ёбаный рот. Квин, становишься следующий на эту хуйню. Если чё, Квин, глыба. Прям вот, блядь, на реакции ты должен прям по красоте прожать глыбу.
А чё я не понял, я его лупил, блядь, так много, а у него так мало. Настрачиваю. Я чё, блядь, один его бил, что ли? Я не понял, чё у него так мало пояснилось в этот трай? Наоборот, блядь. На 3% больше. Квин, становишься... А, у меня, подожди, не-не-не, я становлюсь. Я становлюсь, потому что у меня нету дебафа, я бессмертный. Мне похуй. Напоминаю о том, что черные уже. Вот к слову, нахуй. Хорошо, Пить. Что, блядь. Захота его прям сух. Прям хорошо меня хилит. И хорошо, что она кинулась вначале. Кинулась бы попозже, пизда была бы меня сразу. Ты к Локу ближе стань где-то вон там, чтобы ты до него ходками доставал. Напоминаю о том, что черные уже. Потому что сейчас я, блядь, просто нахуй по-любому получаю пизды, если нахуй меня уже кинется. Мне уже больно так бьет, нормально, я бы сказал. Жизнецвет на нем настакай, заебись будет. Подлагало у всех. Побежали быстрее. Все равно вот, ну да, вот сейчас лучше на 1%, чем обычно. Типа и у меня опять... На 3% лучше. Почему? Как обычно не на 4? Обычно 70. Играю. В лучший трай у нас было 68%, сейчас 67%. Ну типа, тут блядь. Трай я хуй знает, когда был, блядь. Ну, был такой. 66, нет, ну сейчас должны, блядь, нормально, типа, только без смертей, чтобы было. У меня опять нету дебафа, я снова становлюсь на 7. Альф, поближе подойди, истерию дам. Все. Напоминаю про черные лужи. Помним, сейчас будет кидаться, потому что внимательно все. Через 6 стаков, блядь, хильки как не всегда. Не дай бог, сейчас что-то кинется, пизда мне сразу. Когда на нем 36 стаков, настакивай на нем 3 жизни цвета. 50 стаков, ебать, нахуй. Побежали, все бежим. Ну, нормально мы так ему поебалу надавали. Чё по дебафу? А, дебафа нету, я снова становлюсь на 7. Я не понял, его можно обузить всегда, что ли, или шо? Ага. Напоминаю о том, что черные лужи кидаются сразу, блядь, практически. Поэтому не проебываем эту тему. Во-во-во-во. Чё творит, нахуй? Хорошо, что кидается, блядь, сразу, сначала. Не точно. По черные лужи не забываем. Смотрим под ножки, помним. Кильки получше, ага. Хорошо, молодцы. Побежали. Быстрее бежим. Фредрик, опаздываешь. Ну, часа 3 минуты 30%. 3 минуты 10% надо снести. Мы сейчас опять здесь, потом туда, и там уже будем до упора стоять. То же самое, на луче остаюсь я. СС на себя на всякий случай. Нет, по-моему, СС.
Не, можно прекрасно себя еще и СС зарежу в свое. БР есть, если что, да, Суф? Короче. Хорошо, я помню. Напоминаю про черные лужи. Короче, уже когда туда перебежим, и Стиюхан туда, и его лучше отдайте. Да-да-да. Мы его уебем уже там, на той стороне. Напоминаю про черные лужи, не забываем, важно. Осталась одна перебежка, и все, и уже как бы мы закончили. Сделать просто все красиво один раз, и побежали. Побежали, побежали, ретри. Еще и, блядь, 2 минуты в запасе осталось. Охуеть. Все, заебись. Пошла. Забирай лучше, забирай, забирай, забирай. Давайте Геру, Геру давайте. Все, погнали. Напоминаю про черные лужи. Все, босс уже практически мертв. Но если вы уйдете в черные лужи, все равно как бы почета не ждите никакого. Будем хуесосить. Аллилуйя, ебать его урод нахуй. Вот я его ебал нахуй. Вот тебе пуха еще сверху, на, держи, братан. Там где-то она нахуя. На Африка или на демона, может быть, надо, или на ярдру, я не знаю. Не самая хуевая шея. Пойдемте шахматы, расслабимся по-быстренькому. И будем уже нахуй потеть на Молчезаре. ТП-шку за это, за юзер. Я юзал она. А, его надо убить сначала, чтобы. Нихуя она какая хитрая. Так. Тебе там, ты говорил, отойти надо или уже не надо? Да я хуй знаю. Пока давай, нет. Дай, давай добьем до шахмат, там, если что, можешь отойти. Ага. Там как бы, блядь, вообще левов нихуя не надо. Хуй знает. Притворись, я хуй знаю. Убить? Ну. Бля, я курил в этот момент, когда вы убили меня. О, все, так тут же трэша нет нихуя, да, получается? Вон, чинилка да есть. Всё. А вот тут есть починка, да, к слову, но можете починиться, кому надо. Там что-то купить из реагента. Ну-ка, сейчас лут шахмат надо чекнуть, что там падает. Там с погибели. Типа с погибели. О, так там нихуя тапки. А, ну тапки, блядь, крафтовые лучше, наверное. Хотя все равно можно забрать. Молчезара потраим. Там 24 лима хп. Он, блядь, он простой, как хуйня, этот Молчезар, блядь. Простой-то простой, но он просто закидывает всю карту инферналами. А, так, что тут надо сделать? Я могу отойти на 10 минут, пока вы шахматы будете играть? Это паладиныч. Что еще? А, отойти хочешь? Да, 5-10 минут, мне собаку выгулит, попасть. Ой, тебе не надо, да, отойти, значит? Ну что, вы без меня не справитесь, шах? Сколько тут человек надо? Идите, короче, идите, ладно, идите вдвоем отдыхайте, хуй с ним, попробуем убить без вас двоих. А тут, а, это, хорошо, спасибо. Без разницы, где оставлять перса? Тут, типа. Да похуй, вон там, бросайте, где стоит. Короче, скажите мне, есть люди, которые знают, как сидеть в локах? Что надо делать в локе? Я... Помнит, кто, помнит кто-нибудь? Я... Квин помнит, Квин помнит. Значит, Квин, не, садишься. Нет, это я, а... говорю, я не знаю. А, ты не знаешь. Есть, кто не знает, если он есть. А, Квин не знает, то есть остальные. Я спросил, кто знает. Мне нужен человек, который знает, что делать в локе. Короче, ладно, давайте
буду объяснять, что делает Квин. Вот как раз, иди сюда. Вот, подойди ко мне сейчас. Я на себя звездочку поставлю и тебе скажу, что он будет делать. Подходи сюда, смотри. Когда я запущу босса, сядешь вот в этого рубаку, берешь его отсюда, вот так сделаешь, да, шаг, смотри, на белую клетку его вот сюда поставишь, выпрыгнешь из него, сядешь в эту вот хуйню, вот в эту, которая орк не кролит, и вот так вот наискось по белой клетке делаешь раз шаг, два шаг делаешь, и идешь прямо, понял? Идешь впритык за вторым локом становишься. То есть здесь будет стоять вот так первый лок, ты будешь стоять вот здесь вторым, понял? Вот эту белую клетку тебе надо занять. Понял, сделаю. Вот так, следующий, Суф, пойдем со мной. Суф, берешь вот этого вот рубаку берешь, где-то он есть. Или не надо его трогать, пизду, не трогай. Просто садишься в око, прыгаешь сразу в око, делаешь шаг, выходишь. Делаешь, соответственно, вперед, 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 и тебе надо вот эту черную клетку занять. Понял, да? Ты вот эту черную клетку занимаешь. За тобой занимает второй некролит. Я займу, получается, этого короля, буду там ходить бафы класс. И нужен человек, который сядет в чернокнижник. Я не помню, как двигается чернокнижник и что он делает. То есть, с каких позиций он может бить, какие у него косты. Поэтому мне нужен человек, который шарит в него почёты. Есть такие люди? Или нету нихуя? Нету, да, окей, я помню. Значит, Аверн. Аверн у нас не долбоёб, поэтому Аверн. Вот, садишься в этого лока, короче. Или садишься в руба... Нет, в рубаку не надо. Я могу тебе провести шахматы, если ты хочешь. Я не помню нихуя, давай ты, короче, мне подскажешь. Давай. Давай Аверн сядет в лока. Аверн в лока сядет, окей. В Некролита садится Квазивер, получается, и ты. Квазивер, и я сажусь в Некролита. И ты кто садится? В Вождя садится тот, кто вообще ничего не умеет. В Вождя тот, кто вообще ничего не умеет? Так он да. Же должен, блядь, подходить, бафать там на несколько клеток, там же, блядь, это... несколько сапат. Нет, нет. Сейвить его надо. Самая задача там на пешках. В смысле, так он, блядь, он же не будет доставать баф, он если туда дурачок какой-нибудь сядет. Так он подходит именно за некролитами, то есть стоит лок, некролиты на одной линии, и за ними стоит лок. Ну, и за ними рядом там тусуется, он выходит из луша, бафает, ну, блядь. Именно поэтому тот, кто ничего не умеет, он просто нажмет цифру 1 и нажмет цифру 2, и все, это все, что от него надо. Короче, тут, блядь, уметь вообще, в принципе, нихуя не надо. Надо вот на надо вот так вот, на черную клетку сюда, чтобы стал первый некролит, за ним стал второй некролит. Соответственно... Самое главное, пешки уйдите. Да, пешки надо, соответственно, вывести вот вперед. Все, кто свободный, кто не назначен, вот эти пешки надо будет выгонять вперед все. Четыре потом... пешки перед некролитами, чернокнижником и вождем уведите вперед просто, и все. А вот все эти все... Да, вот эти все пешки с третьим мы выводим вперед. Далее занимаем некролитов, локов и вот этого. В общем, те люди, которые не назначены, а верно садишься в чернокнижника, а Квин садишься в своего некролита, Суф в своего некролита, я сажусь в короля, нахуй, все. Перед тем, как сесть в своих некролитов и королей, вы видите пешки. Те люди, которые не назначены, управляйте любыми фигурами. Ваша задача доставить эти фигуры... к линии врага впереди, то есть на фронт доставляете, и все. Самое главное, чтобы били по боссу. Там разными способностями, у Лока там есть какие-то способности, а, и так подожди, далее. Подожди, а кто у вас вообще есть? То есть кто-то шел, а кто остался? Ушел Войд и ушел, блядь, Паладиныч. Получается, Суф, садись в пешку, которая рядом с чернокнижником. Квин, садись в пешку, которая рядом с правым некролитом. Альфа, садись, которая рядом с левым некролитом. И а Акариан, не садись не около вождя. Вы к общему знаменателю придите, кто в некролитов садится. Мне же сказали, Квин, в некролита, ворка.
Так, пожалуйста, давайте вот, блядь, потом вот этих вот пешки, вот свои пешки вот эти, которые перед вашими некролитами, вот перед твоим некролитом стоит пешка. Эту пешку, вот смотри, доводишь до конца, вот здесь ее бросаешь, идешь, садишься в своего некролита и занимаешь ту позицию. Нет, это я знаю, но только что, по-моему, сказали, что в эту пешку... Это не слушай, это другой человек говорит. Это... Я понял, хорошо. Он мне помогает, но он как-то немножко не так помогает, как я ожидал. Промысли, блядь. Второй, который я верно, садишься в этого лока, который перед твоим чернокнижником, садишься, доставляешь пешку сюда, соответственно, садишься в свою. А я доставляю сюда, нахуй, сажусь в короля. Суф доставляет все неназначенные люди, садятся в свободные фигуры и доставляют их на фронт. Все, поехали. Запускаю босса. А, я должен по-любому остаться в короле, да? Я не могу с него вылезти. Не могу. Типа пешки уже должны было пойти. Пешки все пошли. Я могу Слышь, я могу выйти из короля или, блядь, он можешь, сразу можешь. Могу, да, вылезти. Все пешки доставляют. Блять, пешки будут ебучие сегодня идти куда-нибудь или нет, ребята, ну. Я не могу, вы не можете. А, вы не мы. А, ну вот, все. Я пошел. Пешки доставляйте, пожалуйста. Все пешки выводить на передний край. Рекаунт старайся на черную вывести сразу пешку, чтобы альянс не походил. То есть как можно быстрее выводишь и выходишь сразу из пешки, садишься в некрота. Ну, в чернокнижника. Так, что делать? Волк что делает? Занимай любую свободную пешку и доставляй ее максимально близко к врагу. Чернокнижника сел. Некромант прошел вперед. Кто там сел? Не вижу. Задача вперед. Самая главная задача — это добраться до короля. То есть надо бить ихнего короля. Это самое главное. А верт на белую пройди и бей короля. Блять, я не могу в короля сесть. Что за хуйня? Сейчас сядешь. А, вот, все сел. Не туда, долбил. А лок там, когда сможешь доставать, соответственно, будешь доставать. Лок, передвинься, уступи место некролиту. Они должны вдвоем в один ряд стоять. Да. Все, дамажь короля. Ты можешь отсюда вроде бы уже дамажить. Некролит, занимай позицию за трех некролитом. Там ты можешь подхиливать. Когда у тебя... Блядь, нет. Геро, тыкай. Некролиты, занимайте, еще шаг вперед сделайте. Еще сделайте шаг вперед, некролиты. Квин вперед. Два некролита по шагу вперед. Су вперед. Волшебник прочок. Волшебник, зачем ты занял? А, он вышел из огня, все правильно. А, тот некролит, который Суф. Суф, ты не можешь бить, поэтому ты хилишь. Пока что. Как только ты сможешь бить, ты сможешь. Вот тебе надо занять позицию лока. Геру, ты ее займешь, я не могу Геру дать, потому что там везде огонь. Я ни до кого не достаю. Зачем волк сюда подошел? Ну, блядь, не знаю. Ну, волк это ладно, еще полбеды. В общем, просто бьем ты его короля. Пока хилишь, пока не можешь бить, соответственно. Все просто. Все остальные вам надо добраться, блядь, да. Бросайте. Доставили пешки до этого, до фронта, нахуй. До первого, до ближайшего. Занимайте другие фигуры. А верно белый. Лок, занимай свою фигуру, свое место. Ты не герой. Некролит, ты еще один шаг делаешь, Суф. Суф, ты делаешь еще один шаг. И ты уже должен доставать до босса. Если ты не будешь доставать до босса, то ты уже будешь это хилить, продолжать, получается. Когда вот эта пешка упадет перед боссом, то все могут сдвинуться еще на шаг. Можете, кстати, некролиты скинуться по хилу по пешке, которая перед вами стоит. Да-да-да. Вот эту пешку надо прохиливать, потому что, блядь, она вас защищает. То есть вас не бьют, потому что она стоит. Когда пешка перед чернокнижником пойдет, туда волка ставь. Тоже хорошая идея. То есть, если вы достаете... Два же некролита, да, у меня достают до босса? Да-да-да-да. Все два. Ну все отлично, значит, сейчас он умрет уже вот скоро. Прекрасно. Все в таком порядке, значит, действуем. Больше озвучивать, в принципе, нехуй.
Единственное, что появится место, то есть вы сможете, если поставить демона или волка, или еще кого-то ближе к боссу, то этой возможностью надо пользоваться. Поверните волка к Вазевер, вылези из демона, поверни волка, который рядом с тобой стоит, на пешку, которая стоит за спиной у волка. Она убьет пешку, и потом вы вдвоем заковыряете этого пристанка. Там... нет. А, все. Там сам... Типа ковыряйте этого чела. А потом... Да, блядь, сейчас он умрет уже. Ну не сейчас, конечно, придется его побить еще какое-то время. Но в любом случае, как бы, мы уже победили. Потому что пешку хильте перед некролитами. Да, и пожалуйста, из огня выходите, если вас. Волшебник тебя бьет, волшебник тебя бьет, волшебник тебя бьет. Я тоже хочу напомнить, да, что пожалуйста, выходите из огня, это важно. Волшебник шаг назад, волшебник шаг назад, волшебник шаг назад. Нет, оставайся. Или что, или его бьет пешка. Его дамажит пешка. Его пешка дамажит, да, сделай шаг назад. Да, поставь демона на это место. Наверное, нахуй, или что я... Волка туда, или демона. И волка засуньте, пожалуйста, любую фигуру между локом и, блядь, пешкой, нахуй, чтобы вот эту пешку убить. Война, войн, демон. Пожалуйста, блядь, вы стоите, вот в ряд вас целая армия, нахуй, бездомных, которые нихуя не делают. Вы можете досесть в любую ебучую фигуру свободную. Вот там Акариан бегает. Акариан, займи волка, пожалуйста, и поставь его перед чернокнижником. Либо волка, либо демона займи. Демону Войда. Возьми волка. Не, не. Куда надо волка поставить? Другого. Между другого чернокнижником и фигурой Альянса. Там фигура может походить, и она начнет бить чернокнижника. Вот этого волка займи, да? Вот эту позицию? Да, вот это место. Блять, там демон один хуй мертвый, там у меня 2%. Когда у тебя демон умрет, займи другую фигуру и поставь ее на то же место. Волка туда подводить поближе. Альянс походил, невозможно. А, он, блядь, встал как на черт ебаный. Займи волка, Карен. Карен, возьми волка. Волка возьми, волка возьми. Возьмите кто-нибудь волка и походите назад. О, занимайте фигуру демон. Демон, займи фигуру между... короче, к этому проходи прямо. А я вижу, у меня КД нашли. Во, да-да-да-да, бейте. Бейте этого, значит, получается. Вот отлично. Волка, единственное, волка. Что... Единственное, что надо как-то бы убить нам эту пешку, которая хуярит нашего некролита. Волка на белую ставь. Который рядом. О, вот так вот, отлично. Отлично позицию заняли. Единственное, вот эта меня пешка сильно смущает. У нее 11%, блядь. Как ее убить, я хуй знаю. Надо кого-то туда залюбить. Лок, можешь ее закидать? У тебя же там есть эта хуйня. Тебя бьют, кстати. А Верн, дурачок. Ты мог подойти направо. Да, и вот эту пешку надо... Да, ее нормально, ее этот... Ее некролит сам убьет. Он с руки еще подрабатывает. А что за хуйня? Что у нас все сдохли фигуры, блядь? Ну, потому что Альянс тоже ходит. Меняйте местоположение. Если вас бьют, меняйте местоположение. Некролит, сделай шаг вперед. Собаку не подбили. Уже не надо, уже не надо. Тебя уже побили, все хорошо. Давайте Геру бурстите, короче, по королю. По королю чисто дамажьте. Чернокнижник, шаг вперед, Квин. Квин, шаг вперед. Шаг вперед сделай. Квин, шаг вперед. Некролит. Типа, давайте Геру бурсите в короля, чернокнижник по-любому умрет и будет добивать два некролита. Бля, ты гений, вот. Наверное. Отлично. Вот так хорошо будет вообще, да. А, она теперь некролита бьет вместо Верна. Блядь, похильте, похильте некролита, вот этого впереди, который... Ах ты сука! Вот ты пидор, на. Демона, который танчит, похильте, 56 кипов. У вас суф. Опа, сейчас я пойду бить его нахуй. У вас суф сейчас умрет, типа. Его убьет священник, потому что верно отошел. Сделай шаг вперед, суф. Сделай шаг вперед. А его будет пешка тогда бить все равно. А нахуй, почему он пешку бьет? А это потому что верно отошел, не туда, куда надо. Я ему говорил, типа, отойди шаг вправо, пошел влево. Умный. Сейчас демон сотни
У нас нету больше фигур, надо... Делай шаг вперед. Николай, делай шаг вперед. Делай шаг вперед, Суф. Ирине не надо, подожди. Подожди, да, стой. Не надо. Король тоже будет бить, сука. Пиздит его, надо да. Надо было, чтобы Суф стоял на месте, а ты подошел просто на белую зону. А, блядь, да, это я хуйни, короче, наделал. Вы бы убили сейчас. Ладно, сейчас убьем, я пойду драться с ним, раз на раз. Тебе пешка сейчас замажет. Ну ничего страшного, нахуй, мне же надо к нему подойти. У нас фигур больше нет, у нас остался только Лок и я, блядь, сейчас Некролит умрет. Давай шаг вперед. Рекаунт. Че он не ходит? Че он не ходит, сука? Он не брат, что ли? Рекаунт, бей босса с этой позиции, на первую, на белую не вставай. Если есть что-нибудь еще, подведите. Нахуй поебал, нихуя он там с размаха так-то хуярит, нихуёво. Не, ну мне плохо, меня втроем бьют, я скорее всего упаду. Тихо-тихо, сколько у пешки хп перед королем? А верно. Чуть не, пожалуйста. 160 хипов. Тысяч. А верно, белую шаг сделай. Геру, давай. Мне надо уебывать. Лок добивай, и мне надо съебываться отсюда. Геру, давай, бейте босса. Сколько у короля хипов? У чернорука. Мне уже пиздец. Если я ты умрёшь, то вы проиграли партию. Да, проебали. Понял. Че хуйня какая-то, нездоровая, блядь. Мы всё сделали. У вас типа собака должна была занять место пешки, которая умерла. А у вас заняло это место демон, и демон поэтому... Я не знаю, я последний раз ходил...